Прекрасных дам. Ну, давайте послушаем членов жюри. Я должен напомнить о том, что одну из вас спасут. Да? Вы останетесь в телевизионном шоу, а вот кто-то пойдет домой сейчас, к сожалению. Кузьма, прошу. Ага. Я вот так за всіма дивився, і от, чесно кажучи, ви дві були мені майже однакові, але є переважний момент. От в мене є така штука, що я скукожуюся і починаю переживати, отак спускається колеса піді мною, а є коли я починаю хитатися. І от більше я почав хитатися при Янці. Віолетка, ти була трохи за сіренька. От не качнула старіка. Первый голос отправляется в вашу пользу, но еще не решено, что скажет Надежда. Ну что, девчонки, конечно, у вас у обоих прекрасные голоса. Прямо они так легко и нежно ложатся на наши уши, и очень приятно вас слушать. Для меня, несмотря на то, что Диана забывала там слова, что-то куда-то не туда, но она настолько отыграла, что была значительно убедительнее Виолетты. Спасибо. Я вас поздравляю. Это отличный подарок сегодня для вас. Вы это замечательный день. И сегодня у Дианы день рождения. Диан, вас поздравляем. Спасибо. Виолетта, вы, слушайте, ничего толком и спеть не успели. Осадочек есть, по-честному. Конечно, есть. Хотелось бы показать больше, хотелось больше эмоций, показать больше песен, которых, может быть, по-другому могла бы раскрыться. А так, я желаю всем удачи, я вас всех очень люблю, и я хочу, чтобы вы победили сильнее сегодня. Поаплодируйте, Виолетте.